Так, ну что, сегодня я еще все поперегладила. Надо будет еще тюль на кухню повесить. Дима говорит, не надо. Может, и не буду. Опять будут эти висюльки грызть. Я просто думаю, может, их вообще пообрезать, наверное, все. Наверное, скорее всего, я сяду аккуратненько и все обкромсаю. Все, мы и с Димой позанимались, он лежит, отдыхает, но сил хватает у него поговорить. Но самое главное, ну, может, и не самое главное, ну, в общем, я дорисовала картину. Хочу вам сейчас показать. Вот это маленькая фотография, что должно быть получиться. Вот, и... А это шедевр, то, что у меня получилось. Ну, почти одинаково, да. Но это еще не все. Я вам говорила, что в придачу к этой картине и шла еще бумажка. Я и эту бумагу тоже разрисовала. Тоже у меня тут лебеди. Ну, я решила этих лебедей в подъезде подцепить. Но так как тут бумага тоненькая, я как Диме уже говорила, как хожу, обязательно что-нибудь оттуда принесу. И там такая вот фанерка у него, листочки были. Вот. Ну, одной, наверное, маловато. Придется ли скотчем приклеить. Вот хочу на вот эту фанерку приклеить. Ну, и сделать на ниточке. И куда-нибудь в подъезд или на дверь. Там в своей кладовке или на колясочке. Ну, куда-нибудь или на стене. Ну, в стене это надо гвоздь так вбивать. Вобьется он или нет. Нет, наверное, да. Поэтому лучше, наверное, на той, на лифтовой кладовке, наверное, повешу. Вот. И будут у меня такие тоже в подъезде картины висеть, как у некоторых. Вот. Ну и вторую, когда буду рисовать, то же самое буду и на бумаге. Ну, пока сделаю перерывчик. Вот, немножечко. 2 дня. Ну, люди искусства, они не могут, когда у них вдохновение, им надо творить. Так у меня. Ничего, то мне в 10, в 9 хотелось спать, а сейчас 11, Дима уже говорит, все, выключай телевизор, будем спать. А я бы еще рисовала и рисовала. Потому что днем, конечно, некогда рисовать. Все то одно, то другое. Ну, как-то так. Теперь сижу и любуюсь. Куда ее вешать? Ну, я еще... Во-первых, у нас еще вот здесь над тобой. Дима говорит, чтобы посоветовали, куда повесить. Ну, у нас и здесь вот еще есть место. Ну, чтобы гвоздь бивать, надо ждать зятя, чтобы просверлил. Потому что здесь... бетонные плиты. Вот. На балконе. Ну, можно и на балконе где-нибудь. Тут, в принципе, вот по бокам места есть. Можно, конечно. А, здесь можно мне самой. Здесь у меня это гипсокартон такой. Здесь, я думаю, гвоздик можно вбить и самой. Оборвет? Да не. Я еще думала, или же тут, ну, поменять местами, но все равно нужно куда-то вешать. Вот думала на вот эту стену. Когда заходишь, она будет отражаться в зеркале. Ну, Дима тоже хочет смотреть, любоваться. Ну, что-нибудь придумаем. Туда лучше, да? Лучше на балкон, да? Ну, напишите, куда бы вы посоветовали. Да. Пооблепили всю комнату. Еще нужно будет одну куда-то вешать.
Ну, как раз по бокам может. Может быть, и на балконе, да. Вот здесь. Может быть, по бокам как раз и будут светильник включить, и будут светильнички освещать картины. Может быть, и правда тут красиво будет. Главное, чтобы гвоздь не бить в провод, потому что здесь к светильнику идет наш провод. Да. А я специалист, поэтому все может быть. Ну ладно, все. Будем думать. На улице уже холодно. Всего утром 2 градуса тепла. Сейчас градусов 6, наверное. Ну, холодно, ветер такой холодный. Уже включили отопление. Ну, на минимальной, конечно, такие они. Еле тепленькие, но все равно. Диме жарко. Диме жарко. Ну, постоянно все равно я открываю, проветриваю периодически. Ну, отключать не буду, потому что тогда начинают окна потеть. Ну, и как-то ночью, он говорит, ночью отключать. Ему ночью вообще жарко, я его постоянно укутываю. А ему жарко. Ну, будешь раскрытый спать. Не, значит, тебе тоненькую простынь надо, и будешь лежать под простынь. Потому что не жарко. На Баксика сегодня ругалась. Я ему срезала травки, покушал, понравилось. А потом начал лезть сюда. Не успела я оглянуться, он уже сидит своей толстой жопой и помял всю траву. Мало того, что лапки, так еще... Ну, лапкой задел. О, Ленте, брала его, и руки все в земле. Она ж тут сырая земля. Вырастешь тут ему травку. И гоняла, и все равно прозевала. Где ты? Лежишь? Да не то слово, вам покажи лапки. Грязные? Хулиган. И будешь ругать, вон, гляньте, в земле. И дорожка в земле, не кусайся. Если ругаешь, то наоборот, надо обязательно сделать пакость маленькую, да? Ух ты, такой кабанчик. Добрый. У нас день всегда добрый. Да, Баксик? Угу. Каждый день гоняют, то плакали, что заболела, а теперь гоняют, не разрешают опять. Обещали. Все, сделал свою миссию, довольный лежит. У нас распустился новый цветочек. Выходила на улицу, выкопала этот цветочек, посадила сюда в горшочек. Поеду на день рождения зятю и подарю вместе с горшочком. И вот этот тоже горшочек, наверное, подарю. Ни стыда, ни совести нет. Как мама не следит, то с одной стороны, как удобненько спать, да, Баксик? Вообще, как хорошо, травку мама вырастила. Тебе хоть стыдно? Тебе стыдно хоть чуть-чуть, а? Да, он еще и лапки разложил. Вообще стыдно. Ага. Только ж лежал на столе, спал. Устроил тут себе пикничок на травке. Говорит, выращивай ему покушать. Ему выращивать поспать на травке. Да. Угу. Вот что с ним делать? Понять и простить. На кухне закрыла. Пока монтируем видео, он этим моментом пользуется. Мы отвлеклись. Наконец-то я повесила тюль. Ну, а теперь придется вот эти вот висюльки все пообрезать.
потому что все равно будет так кушать. Да уже и некрасиво, как они вон через одну. Так что все обрезаем. Ну вот так это получается. В принципе, тоже нормально, тоже красиво. Но зато Баксику не будет мешать, не будет тут телепаться. Кучку уже нарезала. Баксик следит. Все правильно я делаю, да? Ку-ку, мой мальчик. Все, справилась. Вот такая теперь красота получилась. Нигде ничего не телепается, не мешает. Напишите, как вам нравится. До или после. Целая кучка собралась. Я, наверное, выбрасывать не буду. Пакетик соберу. Может, куда-то пригодится. Не знаю. Все, баночки какие-то, скляночки, пузыречки, разную фигню. Все собираю, собираю. Потом находит на меня. Все выбрасываю, выношу. Напишите, может, вы тоже так делаете, собираете все. Ну, как-то прям жалко сразу все выбрасывать. Бывает, конечно, вот баночки как собираю под крем, а потом туда и семена собираю. Все, у меня целая куча. Покажу. Все пузыречки под крема. Тут везде семена разные. Вот. Напишите, вы тоже так собираете? Как Плюшкин. Дима смеется с меня. То ли это уже старость подкралась или подкрадывается. Да, Баксюш? Эй, у тебя все нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Ну что, сделала я картинку. На картоночку приклеила. Здесь вот такую веревочку сделала. Вот. Сейчас прицеплю картину, потом белье пойду, кладовую повешу. Так, сейчас я буду думать, куда прицепить. Тут у меня есть и маленький гвоздик с молотком. Я думала вот сюда, на дверь. Думаю, будет не видно, а здесь увидела какая-то дырочка. Я хочу попробовать вот эти саморезики сейчас туда крутить, если войдут, и посмотрю, туда повесить, чтобы на дверь не бить гвоздик. Сейчас попробую. Ну, в общем, я маленький саморезик вогнала. Он не держался, не вкручивался. Я туда зубочистки кусочки еще вставила, чтобы плотнее держался. И сейчас попробую повесить. Ой. Даже ничего себе. Где бы на двери не так смотрелось. А так заходишь. Угу. Понавешу здесь, понарисую картин. Все, пошла белье вешать. Уже темно. Но, как дверь открыта, то видно. Не знаю, как вам, но мне видно. Ой, одну руку не потянешь. Все, ладненько, повешу. А сейчас буду на свою большую картину цеплять крепление. Вот. Это вот так вот делается. Вот. И болтиками вот этими маленькими саморезиками прикручу. Сейчас надо хорошо расстояние замерить, чтобы одинаково было. И отверточкой прикручу. А потом уже буду думать, куда повесить.